На Ямале прошел очередной этап реализации социального проекта «Забота». Напомню, его организатором выступило региональное отделение партии «Единая Россия». Суть проекта проста. Для граждан социально уязвимых категорий выпускаются специальные дисконтные карты, дающие право покупать товары и получать услуги со скидкой. Действовать эти карты будут в тех магазинах и тех предприятиях, владельцы которых стали участниками проекта. Сегодня 12 частных предпринимателей подписали соглашение на «Заботу». В приемной партии собрались предприниматели и их представители. Они занимают самые разные направления – сферы услуг, торговли и готовы предоставить скидки. Продуктовые магазины, аптеки, хозтоваров, мебельные, парикмахерские. И это только начало. К проекту «Забота» готовы подключиться и другие. А пока 12 предпринимателей подписали соглашение с администрацией города и партией. Тут небольшой вклад будет являться настоящей заботой о тех людях, которых в этих условиях, даже через 70 лет после победы, живется не очень легко. Поэтому вот эти 3-5%, тут может быть больше, скидок на услуги, товары, это действительно нормальный, социально ориентированный бизнес. Партия в этой части явилась именно только организатором. Еще до 15 мая к проекту могут присоединиться и другие предприниматели. Помощь каждого будет не лишней. Очень приятно отметить тот момент, и он был отражен и в работе совместной комиссии, что на вот этот призыв партии «Единая Россия» по организации этого мероприятия количество предпринимателей, которые откликнулись в Лабытнанге, отметились особо большим количеством, которые по зову сердца, скажем так, с пониманием отнеслись к этому событию. И я сегодня хотел высказать вам, конечно, прежде всего, это слова признательности, благодарности за то, что вы с открытым сердцем и по доброй воле принимаете участие в этом проекте. На магазине «Енисей» одном из первых появилась символика партийного проекта «Забота». Социально незащищенные лабытнанцы смогут здесь купить продукты. Я считаю, что сейчас это особенно актуально. Такой праздник грядет у нас Великой Победы, поэтому особенно актуальна забота о ветеранах, о малоимущих сейчас, незащищенные слои населения. Я считаю, что очень. И мы рады, что мы участвуем в этом проекте. Везде, где будет такая символика проекта «Забота», будут действовать социальные карты. Их начнут выдавать уже на следующей неделе. Небольшую скидку на продукты можно получить в магазине «Енисей». Стоит перейти дорогу, и в аптечном пункте муниципального учреждения «Фармация» можно получить скидку на лекарства. Вот так вот понемножку и незащищенные слои населения почувствуют на себе настоящую заботу. Андрей Симоненко, Григорий Волков, Дмитрий Свирит. Программа «Время местное».